отчаяние. Ну да, больше-то быть некому. Я еще тогда подумала, фрекенбок не проведешь, чьи-то штучки. А сейчас меня прям как стукнуло. Нет, ну боже праведный, какую ерунду болтают по телевидению. Говорят, что нет привидений. Но теперь я их выведу на чистую воду. Все их передачи липа. Мой святой долг — рассказать всю правду о привидениях, о потусторонних голосах. Ну, разве вы не слышали мычание за окном, когда исчезли плюшки? Оно было такое... Вот, это вопли души, не нашедшей покоя. Но теперь я точно отправляюсь на телевидение! Вот. Вот такой есть персонаж интересный. Может быть, кто-то узнал этот спектакль. Малыш и Карлсон и персонаж Фрекенбок. Вот, это есть такой монолог. Поэтому, когда спрашивают, любите ли вы театр кукол или не любите, конечно, невозможно его не любить, потому что в эту профессию попадаешь, постепенно проникаешь в нее, и с каждым годом получается так, что не надоедает тебе, а наоборот, постоянно становится все что-то интереснее. Я всегда очень любила людей, очень любила общение, такие вот очень много такого желания общаться с людьми и желания узнавать людей. И эта профессия как раз это дает. Больше, наверное, только знает людей психолог, чем актер. Потому что прежде чем, когда мы начинаем работать над образом, это же все равно люди, мы рассказываем о людях. И прежде чем что-то такое слепить на сцене, мы много изучаем, мы наблюдаем, очень много смотрим в жизни за людьми. И вот эти характеры, какие-то интересные манеры, это все нам пригождается в нашей работе.